Детям, чтобы они верили в чудеса. Кстати, девочки, вы так красиво украсили квартиру. А где же ваша елка? Елка? Ща будет! Ну, как тебе наша елка? Не, ну прикольно, конечно, но хотелось бы настоящую, пахучую елочку. Тебе не нравится наша елка? Ну, пока настоящей елки нет, но мы скоро ее купим. Ну, ладно, девочки. А вы что, серьезно верите в Деда Мороза? Ну да, верим. Он скоро к нам придет и подарит нам подарки. Ну что, девочки, пошли писать письмо Деду Морозу? Пошли! Илона, держи ручку и листочек и будешь вместе с нами писать письмо Деду Морозу. Не-не-не, девчонки, я Деду Морозу писать письмо не буду. Я в него уже не верю. Ну хорошо, Илона, тогда не обижайся, если Дед Мороз тебе не принесет подарок. Девчонки, а что вы там написали? А мы не скажем, это наш секрет. А если мы расскажем, Дед Мороз нам этого не подарит. Хм, вот девчонки, до сих пор Деда Мороза верят. Чем бы мне заняться таким? О, лучше я позанимаюсь. Вот так. Вот это я понимаю. Девочки, я уже половину написала, а вы? Я тоже уже половину написала. А я уже дописываю. Так хочу, чтобы Дед Мороз уже подарочки принес. Я поразминалась, на шпагат села,
Какая я молодец! Чем бы мне еще заняться? О! Ну, девочки, держитесь. Ну, девчонки, теперь я вас выложу в интернет. Соль, а как мы будем отправлять письма? Ну, мы положим их в эти носочки. Дедушка Мороз придет, их прочитает и в новогоднюю ночь принесет наши подарки. Круто! Это как бы волшебные носочки? Да. Да, классно вы придумали! Я так и хотела сделать! Мы положим письма в эти три волшебных носочка, и Дед Мороз нам принесет подарочки. Ох, уже не терпится получить наши подарки. Волшебные носочки. Дед Мороз нам принесет подарки. Ах, девочки, какие вы наивные. Готово. Опубликовать. Все, шикарно. Девочки, я уже написала, а вы? Я буду ждать. Соня, я все. Буду ждать. Даша. Девчонки, я тоже все. Ну что ж, давайте записки ложить. Три волшебных носочка. Давайте! Все, мы молодцы. Письма Деду Морозу написали. А давайте посмотрим, что делает там наша Илонка. Илонка, а чем ты тут занимаешься? О, девчонки, а я тут видео смотрю. Какое видео? Ваше видео, в котором вы писали письма Деду Морозу. Ха-ха-ха. Ух ты! А можно посмотреть? Конечно, можно. Вау, классное видео. Девчонки, вам нравится? Да, мне очень нравится. Очень круто. А я думала, что вы расстроитесь. Девочки, смотрите, тут в комментариях пишут дети, что они тоже не верят Деду Морозу. Ну, они, Илона, пусть не верят, а мы с девчонками будем верить Деду Морозу. Вот что нужно сделать, чтобы ты начала верить в него? Ой, я даже не знаю, девочки. Ничего делать не надо. Я и так в него верить не буду. О, Илона, а у меня есть одно доказательство. Недавно на днях мы с девочками пошли в лес и нашли там настоящую хижину Деда Мороза. А потом самого Деда Мороза видели. И еще и перед этим мы видели Деда Мороза. И после этого ты нам не поверишь. Девочки, это все просто слова. Или сказка какая-то. Мне, чтобы поверить в него, нужно вживую его увидеть. Ой, можно подумать, что ты в детстве его не видела. Не видела, потому что его не существует. Существует! Не существует! Существует! Не существует! Существует! О, кто-то пришел. Илона, ты посиди, мы сейчас откроем. Опять никого нет. Ладно, пошлите открывать. Все-таки он существует. А я думала, что вы расстроитесь. Смотрите, тут даже дети пишут в комментариях, что им тоже Деда Мороза. Что они тоже в Деда Мороза не верят.